непривычное вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом в одной из самых популярных развлекательных программ американского телевидения президента США неожиданно обвинили в продажности, и сделал это самый известный в стране чернокожий профессор Корнел Вест. Мы живем в эпоху, когда продается все и вся. В эпоху, когда всем правят только деньги. У нас слишком много людей, которые обожают деньги и власть. И это касается наших политических лидеров, в том числе и нашего президента. Не секрет, что за финансовые и политические услуги сразу после президентских выборов Обама перевез в Вашингтон многих знакомых по своему чикагскому клану. Но одной американской столицей подарки президента США не ограничились. В традициях, которые найдешь скорее на Востоке, Обама усадил тех, кто ему помогал во время предвыборной кампании, в десятки столиц по всему миру. Джейк Фленниган, опубликовавший недавно статью «Сколько стоит стать американским послом», сверяет карту с семизначными суммами, внесенными в фонд Обамы перед выборами. Деннис Бауэр, посол в Бельгии, помогла Обаме $2 миллионами, и это были не ее личные деньги. Колин Белл, сейчас в Венгрии, $2 100 000. Джон Эмерсон, посол в Германии, около $2 миллионов. Мы тут отметили только малую часть таких назначений. Чем темнее цвет на карте, тем больше денег собрал этот человек для Обамы. При этом квалификация и отсутствие специального образования чрезвычайных и полномочных часто не играли никакой роли. Колин Белл, ныне посол США в Венгрии, до назначения вообще была продюсером сериалов на американском телевидении. Как телевизионное мыло соотносится с политикой США в Восточной Европе, на слушаниях в Конгрессе Белл не смогла объяснить. Даже старый солдат Джон Маккейн не выдержал. Каковы наши стратегические интересы в Венгрии? Наши стратегические интересы – это наши главные приоритеты в Венгрии. Как я уже говорила, это развитие сотрудничества в сфере безопасности, бизнес-партнерства, увеличение торговли. Я, кажется, спрашивал про стратегические интересы. Белл засыпалась, как школьник на экзамене, но ее все равно утвердили. Она внесла в предвыборную копилку Обамы около $2 миллионов. И таких послов оказывается десятки. Торговец мясом Марк Бакус отправился в Китай без китайского. В Аргентину поехал Ноа Мамет, не знающий ни страны, ни испанского. Все они в свое время внесли кругленькие суммы в фонд Обамы. Примерно так же в старину в Орде раздавали ярлыки на ханство. Швейцария, Нидерланды, Австрия. Сейчас в 29 странах американскими послами работают не кадровые дипломаты, а доноры. Те, кто деньгами помог Обаме переизбраться на второй срок. И еще в 35 странах те, кто помог Обаме политически. Выходит, почти половина всего американского дипкорпуса получила места по протекции. Каждый американский президент пристраивает своих, но раньше существовало негласное правило – отправлять за границу не больше 30% политических. При Обаме эта цифра выросла почти вдвое. Том Каралогас, полжизни проработавший в Белом доме, а при Буше-младшем отправившийся послом в Бельгию, говорит, что ему странно видеть такую американскую дипломатию. Я поражен, как такие люди вообще были номинированы на должность послов. Они даже не могли ответить на элементарные вопросы о странах, в которые их направляли. Я не понимаю, как это возможно. Там, где внешняя политика важна, Россия, Украина, Казахстан, вообще почти на всем постсоветском пространстве работают кадровые дипломаты, вроде Джона Тефта. Отношение к Европе, где осело большинство дилетантов от дипломатии, недавно подытожила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд своим уже знаменитым «Fuck EU». Возможно, поэтому и назначение туда соответствующие. Людей, не имеющих отношения к госслужбе, отправляют обычно в страны, не очень важные для США, с политической точки зрения. Страны не самые престижные или те, которые твердо следуют руслу американской политики. Политике внешней такой подход может только навредить. В середине недели Обаме задали вопрос, насколько деньги влияют на американскую политику. К удивлению многих, американский президент ответил, что США стоит подумать о введении обязательного голосования на выборах. Мол, это сведет к минимуму возможность влияния на них финансовых мешков. Но уже на следующий день пресс-служба Белого дома дезавуировала слова президента. Якобы говорил он о возможной, но далекой перспективе. Так что все остается как есть. И после президентских выборов 2016-го, когда опять будут раздавать посты и назначать послов, мы узнаем, сколько стоила любовь нового американского президента. Алексей Веселовский, Юлия Васильченко и Владимир Бадиков. НТВ, США.